Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией сегодняшнего видео по проекту Кра ОДС. Я вчера в него зашла, у меня есть видео на YouTube. И сегодня, как и обещала, буду проверять его на вывод. Давайте зайдем. Кабинет. Значит, депонировала я вчера 50 рублей. Не забываем о том, что, друзья, это интернет. И какой бы ни был топ-админ, это инвестиции. Все, что связано с инвестициями, это всегда риск. Сейчас я соберу свою прибыль. Я рискую своими деньгами. Вы же думайте сами. Вот. Сейчас страничка обновится. И у меня на балансе 4 рубля. Это пополнить. Кликаю выплатить. Я еще ничего не выводила. В настройках прописываем Pair кошелек. Так, у меня на балансе 4, ой, да, сумма. А вот здесь уже прописано. Ну и все тогда выходит. Минимальная сумма 1 рубль. Вчера рубль 10 было. Сейчас ровно рубль. Максимум 5000. Так, ну что, вперед. Вывести кликнула. 402. Мой кошелек. Выплаченный статус. Идем на Pair. Перезагружаю страничку. Вот мой депозит вчера я делала. Ну, с учетом комиссии 3,98. 25 января. Перевод выполнен. 3,98. Ну, вот такой вот вывод. Платит инстантом, все замечательно. Но я, в принципе, не сомневалась. Вот. Так как нам дают бонус при регистрации 10 рублей, пробуйте без вложений зарабатывать. За 2 дня набираете минималку и выводите. Даст вывести прекрасно, не даст, никто ничего не теряет. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.